Ребята, всем привет и доброго времени. Это дефлектор печки, дефлектор воздуховодов печки на центральную часть торпеды, которая над блоком управления печки. Один большой стоит, а это вот этот второй, который поменьше. Он, видите, все работает, все прекрасно. Вот у него вот так вот видно. Вот тут вот одна часть обломана. Вот эта полосочка. И вот здесь вот тоже, вот она. Вот она, вторая, тоже обломана. Вам так показать. Вот видите, раз обломаешь и два обломаешь. Вот. Так-то, в принципе, когда на нее смотришь, особо этого и незаметно. Но видно, если чуть-чуть присмотреться. Потом, боковое крепление обломано. Пружинка стоит на месте. Вторая часть. Пружинки нету, крепление целое. Можно пружинку отсюда переставить сюда, и все будет good. А можно ничего не делать, оставить вот так вот как есть, воткнуть ее, и она будет прекрасно стоять и не будет никуда вываливаться. На моем пассате обломано, и с этой стороны тоже обломано, и все прекрасно стоит, никуда не вываливается, никуда не девается. Вот. Так что, если вам этот девайс нужен, цену его смотрите в описании видео. Также в описании видео будет контактная информация, чтобы со мной связаться, чтобы со мной договориться об отправке, о получении, о оплате и так далее. Ну, обо всех этих мелочах. В общем, читайте описание. Корпус у нее целый. Спрашивайте, интересуйтесь. Подскажу, расскажу, покажу, что еще есть, какие запчасти нужные. Вот, ссылочки скину, посмотрите, нужно будет, приобретете. Нет, значит нет. На этом мне сказать больше нечего. Так что всем добра, всем удачи и всем на этом пока.